Российской Федерации Александру Александровичу Авдееву. Дорогие земляки, дорогие ветераны, труженики тыла, мы, наверное, не каждый день задумываемся о том, что 76 лет Жуковская земля, Калужская земля, вся Россия не слышит взрывов, не знает, что такое сожженные деревни, погибшие дети, похоронки с фронта. 76 лет прошло с тех пор, когда была в Берлине поставлена точка в этой страшной войне, которая унесла десятки миллионов жизней, когда была закончена эта страшная война, но она принесла свободу и всему советскому народу, и странам Европы, и мира. 76 лет прошло, но эти раны до сих пор не заживают, потому что мы храним эту память для того, чтобы это в будущем никогда не повторилось. Нам горько и больно видеть то, что происходит в других странах. Как переписывают историю, как забывают то, что было сделано героическим подвигом советского народа. Как сносят памятники солдату в Таллине, как сносят памятники в Кутаиси, как идут факельные шествия на Украине, как сносят памятник маршалу Коневу в Праге. Тот, кто забывает свою историю, тот не имеет своего будущего. И наша с вами задача как раз сделать все, чтобы из поколения в поколение передавать эту память, не зачеркивая свои страницы, героические страницы истории, и тем самым обеспечить светлое будущее подрастающему поколению. Мы должны быть твердо уверены в том, что эта трагедия никогда не повторится. Дорогие ветераны, труженики тыла, малолетние узники, дорогие земляки, победа будет за нами. С праздником! Антон Николаевич Спицын и Алина Владимировна Осипова. К бюсту Георгия Константиновича Жукова цветы возлагали глава администрации Жуковского района Анатолий Владимирович Стоянко и депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Александрович Авдеев. На могилу Михаила Алексеевича Гурьянова цветы возлагают глава Жуковского района Лидия Николаевна Пищулина и глава города Жуков Елена Валентиновна Шумалова. Маленькому воинам и врачанам цветы возлагают глава администрации города Жуков Ольга Вячеславовна Ким и председатель районного совета. Сегодня, 9 мая, Россия отмечает 76-ю годовщину победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Священный день для людей всех поколений. Это праздник, который соединил в себе торжество, радость и скорбь, гордость за нашу историю и искреннюю печаль о многочисленных жертвах войны. День бессмертной славы и светлой памяти героев. Всякий праздник – это прежде всего радость, веселье и смех. Радость праздника Победы переплетается с горем, смех со слезами. Сколько бы лет и десятилетий ни прошло, люди Земли снова и снова будут возвращаться к Великой Победе, ознаменовавшей торжество жизни над смертью, разума над безумием, гуманности над варварством. Сегодня мы хотим сказать нашим уважаемым ветеранам большое сердечное спасибо. Благодаря вам мы имеем возможность жить в мирное время. Низкий вам поклон. Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны, воевавшие и завещавшие нам жизнь, дорогие жители Жуковского района, гости, солдаты и офицеры российской армии, поздравляем вас с величайшим праздником, с Днем Победы! Участники Великой Отечественной войны
в этом году все же вновь пройдут победным маршем.